Здравствуйте, вы на канале Алпингуин 2. Сегодня мы порисуем. Сначала мы нарисуем кубики. Они очень красивые, мы возьмем и раскрасим их. Ай, какая красота, мы как юные художники. Сейчас мы напишем текст и отправим это в музей. Вот так. Сейчас мы поменяем цвет букв и получим новый шедевр. Вот так. С помощью лупы мы можем изменять размер листа и изображения. Если вам скучно, посмотрите на свиньи. А дальше нарисуем граффити. Порисуем кисточками. И получим новый вид искусства. Тут немножко сотрем, вот так получилось. Все, конец видео, теперь вы научились рисовать шедевры.